Дед Голгоф маленький еще. Сейчас. Надежда и любовь. Ты куда? Туристы! Ну вот. Сереге бросил. Все, Валентин, в сетке не надо, вот в кости есть. А я возьму сейчас. Загружай. Вот это Голгоф. Не будьте по очереди. Ай, слышь, легкий то, ёпта. Он высов за ночь. Чего? А, машина. Сюда. Слышь, давай-ка мы, наверное... Во сколько давай приезжать? Да ну ты что, Валентин... Твою мать. Вот так надо встретить. Ну, давай. Ну, а теперь, если пойдем, то не есть. Ну, ладно уже, замочь. А, уже можно бросать.
такой маленький. Кость, не слазь. Куда ты? Ебать, Господи. Я же тебе сказал, не слазь. Тут все нормально, метраж надо? Не, не надо, все там есть. Все, автомат. Можно лезть? Вот так вот сними вниз, вниз, вниз. Вот это. Подожди, ну он слезет сейчас с ним. Громко. Да, Сережа, ты вверх, к столу наверх. А где дата? Налево. Мы переварим сразу. Идем вот здесь. Вот здесь вот. Здесь идем. Здесь легче. Здесь легче. Вот по этому идем. По правому или по левому? По левому. По синему. Ебанись. По синему времени, блядь. Потихоньку. Вот сюда. Так, потихоньку сбегать. Так, короче, тут сюда. Мы сразу здесь придем. Пойдем, потому что... Да мы далеко не уходим. Мы машем все время ровно, да. Строго на них. Да! А куда? Направо, налево? Направо! Пошли. Пошли. Ай, блин, грехи, нахуя я грешил в этой жизни, блин. Пройдем, а там будет проще, я думаю. Я там... Там будет проще, наверное. Это вот это самое хуевое место, Валентин, вот это вот. Ну вот там еще чуть-чуть. Да чуть-чуть больше. Василий Васильевич, кстати, камера. Сейчас пошифину. Звук над хорошо. Зато все шлаки выйдут. Они уже вышли. Никаких шлаков не будет, да, Андрюха? Слышь, Валик, а вони от не знають, розкажи, як ми на горі от такої ночували, спали отак, блядь. А якщо б ти тут покотився, як там, піздець би тебе був, блядь. Он просто понял, що ми... А чого ти в обід позавідують нам?
100%, блядь. Да они с горя сейчас как напьются, ё-моё. Ты приедешь, они уже никакие будут, посмотрим. Вот отсюда рисовать, блядь, эту нахуй карту, блядь, план розыска нахуй. Ну надо не шутить стали. Ну, блядь. Андрюх, вон оно, да? Что, мертвый? Да. Я понял, блядь, чтобы бегать как нос, надо, блядь, когда поднимаешься в горы, высунуть язык, блядь, глубоко, и дышать, блядь, без раз. Право, что? Давай. Это сказал бабки как-то. Мало корни было, как дерево. Не было вообще. Это трудное восхождение, да, блядь? На полку. Космическую рюмку. Ой, ну чё? Ты не разлей только. Ну мордотёр, блядь, отдай сюда. Ты ещё молодой, нахуй. Глаза смотри. Близко. Близко не подходи, Серёга. Ага. Иду, иду! А мы по очереди занесем. А, давай, стоп. Шо, все, вот вон, thank you.
Какой кирпич? Не знаю. Он не знал, наверное. Я ему вчера говорил, он ко мне заходил. Он говорит, народу, наверное, будет много. Я сам думал, да, целая машина. Я же говорю. Это больше, больше народ, как говорится, болтает, чем будет. Так, а нож мой у кого? А? Вон я вот. Ну, вот. Пришли. Чего, пса? Напиши что-нибудь. Инициалы. Дети, вы еще нахуй нашли. Я еще уже... Да, давайте. Только так, поближе, может, к кустам, чтобы так... какой-то этот... Что, давай. Был. Да ну, копай, что тут. Вот там, наверное, в уголку, Костя. Вот там вот в уголку. Вот. Там ветра меньше, конечно. Вот там в уголку поближе. Это ж не баб ебать, идем копать, ебать. Блять, вот это Костя. Ну так нет, что не знаешь, нет. На, может, это не было. Бумагу-то, а кирпичика, блядь. Кого? Какого кирпичика, блядь? Ну этот как его, блядь? Крюкальничика, наверное. Вот, через неделю приезжаю опять. Кирпичика не видел? Блядь. Я смеялся, блядь, пиздец. Крюкальничик, блядь. Руки задержатся. А там, я думаю, вообще до 60, блядь. Чтоб только не вон не надо. Когда кожа не рано, блядь, он тебя нахуй пролил. Он рано было. Не, ну я как служилка, в принципе, нормально. Так что-то знаю. Ну просто, блядь. Давай сначала доколотим, да. Я им просто, знаешь, как сказать. Я его перенесу. Во, терпи. Он там не будет. Там и гвоздей ваших не надо, между прочим. До конца не ходит. А? Чего? Притянется. Притянется. Давай. На ножовку-то не брали бы с собой. Давай, да так, надо. Пусть будет. Там так, давай-ка стороны света определяй. Ну сейчас поставлю. Да можешь прямо вот сюда вот бить. А куда я попаду? Нормально попадет. Под наклон. Запалили. Нифига. И что, еще один посреди? Нет, не надо. Ну еще гвоздь есть. Так, и сюда. Да нет. Да хватит. Так. Определил, куда ну где? Все, подожди, стал. Подожди, давай еще подкопаем. Да нет, нормальная яма уже, больше а не нормально надо. Сейчас об нет, это, Серёжа, обложим еще, там потом даже возьмем это. Будем, будет. Вот так на меня, короче, смотри. Ты что так кругами, Паша? Все? Выноси, стоп, еще чуть-чуть. Поворачивай, вот так на меня. Еще верни. Вот так. Не так же стоит. Перекладину вот это на меня должно быть.
Да, да. Вот. А нет, там моих фамилий, я не вижу. Вот так, ро, вот так и закапывать. Вот так, да. Север где? Костер потушу. Вот так, да? Север там, что ли? Так, давай. Где, где, Вапас? Притрамбовывай сюда. Камни нужны, камни. У нас где-то, где камни, кто видит? Нашел. За камнями далеко идти. Лопаты притрамбовывай сюда. Не, надо чем-то лопаты. А лопат, где еще одна? Где еще одна лопата? Здравствуйте, где? Я говорил, надо глубже было. Нормально, нормально. Сейчас трамбуем еще. Хороший. Да можем, знаешь, что, Сереж, в принципе, сделать? Сейчас другую сейчас яму выкопаем и подсыпку сделаем. Сейчас вот так вот повернем, вот да. Давай. Давай. Нет, так, мужики, давайте это сначала шампанское открыть надо. По этому конечно, поводу, давай, да? Естественно. Так надо поставить его, подожди. Давай же, дурим варим до конца. Так, а вот я... А стакан-то где у нас есть? Стаканы у меня. У тебя, а? Да. Там сейчас сидим. Сколько могу посвящать, сколько сразу. Легче дышать. Где там их? Вот тут лежит. Со всех сторон его. Серёж, дай мне, пожалуйста, УЗК, а? Сейчас. На грудь. Это? Да, вот так. Да. И все. Все, меня видно? Все, все, запись идет. Это поехали. Давай. Ну что, бабахнем? Бабахнем. Давай, блядь. Поехали. Ура! А что вы там? Давайте быстренько, блядь, босиком. Съемка босиком. Да, что, съемка идет. Сейчас, сейчас, сейчас. Лоб быстренько. С пеночкой. Чирик-чирик. Андрюх. Ну, ну да, за всех, кто в этой части... Был и будет. Дай бог. Дальше бы вообще будет. Давай сейчас с мужиком еще раз. Поехали, давай. Давай. Берешь. Давай, 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 давай. Давай, давай. Каля, вот он будет. Вот он. Кто еще не пил? Серега. Все уже выйдет. Андрей, пил? А то что? Молодец. Паш, пил что-то? Блядь, я детей, как военный, блядь. Смотри. Лопаткой открой, Паш. О, это... Лопаткой? Быстро. Слышь, нормально. Не... Слышь, ветер не завалил? А? По-моему, завалил. Завалил, блядь. По-моему, нет. Вверх Христа снимаешь. Ну, я вам говорил, не снимаю вверх Христа. Ну-ка, посмотри. Чуть-чуть завалил. Нет, нет. Короче, Серега, привет там этому Ночфину. Да, привет. Привет большой. Юра, тебе привет. И этому. И пожелание. Калинину, блин, тоже. Не пошел, который со свечкой. Я, ну, знаешь, ты, знаешь, куда мы тебя с Валиком посылали, Винкара? Думаю, так молчанин. И вам привет. Слышь, но сказал, вино будет. Советская полусладкая. Разжигали, разжигали, сколько ёпнуть, он прогорел, я когда так можно. Так, главное, блядь, мой нож не потерять. Вот он, вот он, я только что его поднял. Где он есть? Вот он. Ну, нож хороший, блядь, им только поросят резать, ёпнуть, а не в поход ходить. Слабенький поросят. Здравствуй, нихуя себе. Так до конца, но... В следующем году выкопаем, да, дойдем. Все, пойду на него. Конечно, да. Если бы сегодня добавить, лучше, вот. Погода потеплее, то доползли бы, конечно. Но там бы, конечно, мы бы замерзли бы. Однозначно. Там костра уже, ты бы что не сделал бы. Со снега. Даже в крест не забили. Наливай. Ну ладно, и так доставили, ничего страшного. Ну, я думаю, что каждый запомнит. Еще как доставили. Поебались на славу. Как запомнить, типа. Серега, специальный для НТВ.
Плюс, блядь. А еще чарка где? Есть? Нет? Вон. Вот, кстати. Вот чарочка еще. Кто не пил? Кто не пил? Я ж и налил. На. Я ж только выпил. Что, вот выпил? Ну, извините. 4-4-8 вообще-то. Серег, ну, кто не выпил? Все нормально, нет. А, все. А Серега без отрыва от производства, да? Ты что, на карбома... Конечно, блядь. Слышь, что кто-то как сюда дойдет до этого креста, блядь, в обморок упадет, блядь, писать. Конечно, что же. Это мой я, конечно, блядь, не знаю. Слышь, и главное, что не... Да, принялась. Я просто вспоминаю. А ты хочешь, чтобы Калинин меня сегодня застрелил вечером? Сейчас я напишу козел на кресту и скажу, что сожалею. Пиши. Убийство будет, я тебе говорю, все. Не жалею. Крест не спиши. Этого не снимай, Сережа. Вы, ну... Мужики, сейчас маечка подальше, а потом сейчас надо идти нахуй в два раза самое. Или в три раза самое. Да ну, не сложно. Мужики, там мы спускаемся это. Тут тем более тут автограф. Ну что ты, конечно, Ваш, я тебе говорю. Не, ну главное без креста тебе зачем. То, что мы его поднимали. Пока. Конечно, само собой разумеется. Вот, кстати, кто горит? Я горю. Картошки. Ладно, вроде я иду вот так потихонечку, блядь. Я сюда хочу. В следующем году пройдем урожай. Комнат на рудане. Все, я покажу. Слышь, пошли, блин. Подожди, Андрюш, на часы посмотри. Вот ты куда вот, блядь, ты гонишь, блядь, это? Кони. Ну смотри, это ваш полковник старый пешок, ёпты, сейчас упадет где-то и шо нахуй, ёпты. Пусть Мишка покушает так. Так. Что ты большой мешок взял? Сетку? Песню, что-то нормально. Да, блядь. Да, блядь. Спасибо, нахуй. Толик, привет от меня. Толик, привет. Так там что? А, лепо больше. Серега! Мы добирались бревном, нахуй. Дал своим бревном. Там он дал своим бревном. Пока мы добирались. Сказал, никто не услышал. Типа, блядь, доставай.
такой плохой, да, он, да, блядь, ну я там, блядь, я уже пока вас ждал, блядь, типа, блядь, хуй там было, да, блядь, вот так, блядь, на копа. Так, поехали, давай, давай! Как рука может толщины быть?